Испанская прокуратура выдвинула обвинение против главы Каталонии Артура Маса по поводу нарушения законности при проведении опроса о независимости региона. В начале года Конституционный суд запретил проводить референдум на эту тему, поэтому 9 ноября состоялось полуофициальное мероприятие, названное опросом. В Мадриде считают, что и в такой форме Барселона нарушила решение суда.